фотографию, у меня замерло сердце. Огромный и жутко истощенный зверь с окровавленным. Я только смогла выдохнуть в трубку. Кто это и где? Мне ответили, что он роется на помойке, но, кажется, у него есть хозяин. Я попросила, можно ли выяснить. И моя знакомая поехала. Через 3 часа она позвонила мне и сказала, что да, там живет семья, но собаки им не нужны, но тем не менее отдавать они их не хотят. Почему собаки? Потому что когда начался разговор за первого, оказалось, что в глубине двора у забора, приматанной проволокой, лежал пес. Смогла сфотографировать его только издали, и она не сразу сказала о том, что там 2 собаки. В результате я попросила ее выкупить собаку, и она его выкупила. Так у нас появился Паркер. Выкупали собаку при свидетелях. Было 3 человека. Поэтому собаку спокойно выкупили, и сейчас ей оказана медицинская помощь, и пес медленно идет на поправку. У него жуткое истощение и обезвоживание, плюс гниющая рана на боку. А, разумеется, он запаршивил еще от того, что весь в блохах. Блохи, клещи, весь скатанный и в дерьме. Извините за подробности. Запах от собаки идет чудовищный. Только на 2-й день моя знакомая сказала мне, что там в глубине двора, оказывается, есть еще 1 пес. И сбросила мне опять фотографию. И опять я схватилась за сердце. Потому что 2-й пес выглядел еще страшнее, еще измученнее. А когда она мне сказала, что пес не может подняться, потому что примотан проволокой к самой земле, я просто взвыла. Вот по-человечески, до слез, до истерики. И попросила, пожалуйста, пожалуйста, съезди. И опять моя знакомая поехала. Ее встретили ухмылкой. И когда моя знакомая сказала, вы Бога боитесь, женщина, хозяйка собаки, заявила, что она не боится ни Бога, ни черта, ей похеру. И вообще, если их пришла покупать, покупай. Моя знакомая сказала, что он же умирает. Умирает, блядь, понимаете, потому что возле собаки стоять было невозможно. Запах тухлого, грязного, дерьма и прочего, гниющего вот этого, там... Даже стоять в 2 метрах от собаки было невозможно. Такая страшная вонь. Ни воды, ни еды, ничего. Только глаза, чудовищные глаза. В них то надежда, то страх, то озлобленность. Собака не могла пошевелиться, и все, что она могла делать, это просто рычать. Только рычать. Успокойся. Успокойся. Успокойся, успокойся, мой хороший, успокойся. Ну что такое? Тихо, тихо, молодец, тихо. Успокойся. Женщина сказала, что у собаки окровавленная лапа, и он лапу эту сильно грызет. Мальчик на ногах не стоит, озлобленный, раненый, истощенный до предела. За 2-ю собаку не хотелось этим уродам, этим недочеловеком давать хоть что-то. И в то же время и я, и моя знакомая, мы понимали, что просто так собаку нам никто не отдаст. Как она сказала, не заплатишь? Пусть вздыхает он, где вздыхает. А пес в это время как раз уже уронил голову на лапы и даже не поднимал голову. Моя знакомая прям вытряхнула кошелек чуть ли не на руки этой хозяйки и зарычала. У меня только 1000. В результате женщина заскочила домой и захлопнула двери. А моя знакомая осталась посреди чужого двора со своим водителем и еще одним человеком, потому что выкупать собак у таких людей надо только при свидетелях. И у нас уже был опыт. Потом мы позвонили врачу, и приехал врач. Встать ребенок не мог, но рычал и скалился, поэтому пришлось вызывать врача и усыплять. Когда усыпили, вот в таком состоянии он оказался. Сразу отвезли в клинику. Сделали укол собаке, и пес уснул. Когда он вытянулся под наркозом, знакомая плакала. Водитель ругался матом и отвернулся в сторону. Шея собаки была приключена намертво к нижнему профилю забора. Пришлось брать кусачки и откусывать все это. В результате собаку еще. Кроме того, ее шерсть примерзла в дерьме к земле, потому что пес лежал и не мог сдвинуться с места. Настолько он был обезвожен и истощен. Мальчика, которому досталось вот такой ужас, вот эта страшная смерть, он умирал от обезвоживания, и никто не мог плеснуть даже каплю воды. Врач сказал, что у него в венах вообще нет крови. Он обезвожен, и еще сутки-двое пес просто умер. Я думаю, просто одному досталось больше, чем другому. Один смог раньше перегрызть веревку и ходил на помойку, и хоть что-то пил или где-то подбирал какие-то огрызки. Второй, примотанный проволокой, не имел этого шанса. Именно поэтому он выглядел чудовищно сотни раз страшнее. Вы сами видите все эти фотографии. Диксона сразу отвезли также в клинику. Положили на капельницу. Осмотрели, очистили раны. Сделали все возможное и невозможное, чтобы хоть немного поддержать его. Когда собаку привезли домой, жизнь с ним едва теплилась. Сейчас он в теплом предбаннике. На следующий день он попытался кушать. Но сначала ему дали такую квашеночку запаренную, молочную, типа ряженки, только домашняя, из козьего молока, на сырых яйцах, тоже на свойских. И потихонечку, каждые 4 часа, давали понемногу по горсти. То попить чашку, то дали поесть. За сутки пес не смог поднять голову. Сегодня к вечеру он сел и целую минуту сидел на попе, раскачивался, как болванчик, а потом глухо вздохнул и упал. Сил у мальчишки почти нет. А малышу сделали уже 2 капельницы. Сейчас состояние его тяжелое. Он истощен до предела, но он борец. И я очень надеюсь, что мы сможем помочь. что Валя правильно поступила, собак жалко, а так бы они бы пропали бы. Паркер выглядит немножко лучше. Это страшная история, друзья. Страшная, бесчеловечная, чудовищная. Я не понимаю, как на нашей земле могут жить люди и нелюди. Почему? Как мы допустили это? Как мы миримся с этим? Как же нам называть себя людьми, если мы спокойно смотрим на вот эти чудовищные зверства? Как, друзья?